6 в Майнкрафт анимация. Да, говорящий Бен, кажется, рыбалка совсем не удалась. Посмотри, там Блять, что-то... пожалуйста, чел, сделай отсылку, пожалуйста, на меня или на моих подписчиков. Плавает, это, по-моему, лаки блок. Давай его вытащим. Опа, все, отлично, мы его поймали, и он раскручивается. Опа. Посмотри, что-то выпадает. Привет, я страшный скибиди-туалет. Успей поставить лайк за 3 секунды и подписаться на этот канал, чтобы я не пришел к тебе в гости. 1, 2, 3. Это помни из удивительного цифрового цирка. О, нет, это давай-ка помни, сложим я не ее, помню, как трофей, это. Не знаю, домой поставим, да, все гости будут еле поваться. Блядь, да что ж так, сука, чем воняет, нахуй? У нас есть игрушка, помни, давай скорее ляжем спать и потом похвастаемся всем гостям. Оп, о, чё, блин, происходит, что? Блядь, она вмерла. Бен, это нормально, кто ее утащил? Посмотри, следы ведут вон. Ой-ой-ой-ой-ой. Туда, это что такое? Ой-ой-ой, там король из цирка. Что это за место? Фу, блядь, да что ж воняет. Похоже на лабиринт какой-то, да. Что, Бен, ты что-то придумал? О, ты запускаешь дрон, офигенно. И теперь мы можем все разведать. Давай, включай его, отлично. Блядь, у него реально дрон, и там видно все. О, мы видим себя. Тут пустое место, просто паутина. О, это помни, она тут моется. В душе, давай за ней подсмотрим. Ой, она нас увидела. Улетаем, улетаем, улетаем. Отлично. Ой, тут кто-то гоняется с бомбаром, какой-то челик. О, тут сокровище. Я думаю, нам нужно вот сюда вот. А вот и помни, посмотри. Ой. Так она же мылась в душе. Кто это? О, нет, это монстр из бомбана. О, все, наш дрон включился. Что дальше делаем, Бен? Андрюха. Давай-ка сходим в этот лабиринт. Посмотри, тут непонятно. Не предвещает ничего много. Беды, но да, видел, в принципе. Там вроде пусто было. О, нет, Соник, смотри. Ой, ты тоже попал в эту паутину. Смотри, Соник в коконе. Бен, что происходит? Бен, куда тебя потащили? Стойте, верните моего друга. Блядь. Его просто туда кто-то утащил. Давайте посмотрим, кто это сделал. О, нет, Бен. Ой, тоже ой, в коконе, давайте его освободим. О, тут еще Стив, давайте его тоже освободим. Ты сначала Стива освободи, незнакомого, а потом своего друга. Да, Стива освободили. Бен, я тебя сейчас вытащу. Все, отлично. Все, не благодарите. О, нет, а вот и вино. Ой, блядь. Сука, извините, у меня глаза слезятся, я не знаю. Сука, я только ради вас сижу на стриме, терплю. Ну, вы это не чувствуете, блядь, ну чем-то пиздец воняет. Вот что, блядь, какой-то запах нахуй. Мочи с говном смешанный. Я, бля, не понимаю. Я просто сейчас досижу это видео, досмотрю, и я офую нахуй, потому что это пиздец, блядь, какой-то нахуй непонятный запах, ёпта мать. Ник торжества, это паук, король из цирка, он за нами бежит, убегаем, убегаем, не попадайтесь. Блядь, шницель-то попал, блядь. Захватит, ой-ой, убегайте, убегайте, скорее, вон туда. Сколько здесь путей? Ой, это Кейн. И он колдует, он превратил Стива в гиганта. Посмотрите, Стив под своим давлением просто разломал. Охренеть своей жопой! Убегаем, убегаем. За нами еще гонится этот король-паук страшный. Куда бежим, Бен? Давай-ка сюда, реально. Вот сюда, вот сюда. О, отлично, смотри, здесь дверь. Ебать, все закрывается. Ты в рот. Надеюсь, он нас тут не достанет. О, нет, смотрите, он пытается выбить дверь. Понятно. Давайте залезем в этот шкаф. Шкаф тоже, по-моему, закрыт. Там кто-то находится в шкафу. В шкафу был Мелман из Банбана. Мелман из Банбана. Он, видимо, думал, что это паук его под... Просто его раскручивает и вышвыривает. Этот Мелман думал, что паук его потревожил. Но на самом деле это были мы. Отлично, лабиринт свободен. Мы можем дальше идти. Смотри, здесь написано Банбан 6. Скорее всего, здесь какая-то локация связана с Банбаном. О, Хэнк, здорово. Это дружелюбный. И здорово, эти тоже ребята. Дружелюбные. Это нубики здорово. Из Роблокса. Что они здесь нашли? О, они нашли какие-то две клетки. Посмотрите, в одной клетке Банбан или Нап-Нап, как его там зовут. А в другой кукла из... Давайте нажмем. Оп. Ой-ой-ой. Что мы сделали? Ой, блядь! Ой, я слишком сильно ее улучшил. Посмотрите, она блядь! Стала какой-то злой проклятой. Фу, блядь! Чем воняет? Ой, ну, Роблокса, что ты сделал? Ты его тоже сильно улучшил. Он теперь какой-то червяк. Экзи какой-то страшный. Ой, он ломает клетку. Охуеть, блядь! Он просто засосал эту куклу. Кажется, он сейчас будет выбираться из клетки. Нет, он... Охуеть, он засосал нубика из Роблокса. Бен, включай ловушку. Отлично. Ой, кажется, на ловушку ему все равно. Он просто ее сожрал. Бежим скорее от них. Давайте, давайте. Ага, Хэнк ломает мост. Бен тоже. О, нет, нубик из Роблокса, кажется, не успел. Блять, они его просто кинули нахуй.
Бля, они его просто киданули. Они вроде друзья, блядь, какие-то, да, типа, все нормально было, но они... он остановился, они просто перед ним ломали этот проход. Они могли бы его подождать как-то. Бля, это просто пиздец. Блять, чем же так воняет, блять? Пройти, и он просто по частям раскидал этого нубика. О, нет, кажется, ему все равно на эту пропасть. Давай, давай, уходим. Хэнк, что ты делаешь? Хэнк решил подстроиться, но мы поумнее будем. Мы просто убежим отсюда. Ага, Хэнк думает, что он самый умный, но... Смотрите, он просто вырос и сожрал... Почему? Почему молодые гибнут? Вместе с башней этой, а Бен разломал этот мост, теперь он точно не пройдет. Блять, да я... Ладно, ребята, я хотел вам сказать, ну да, конечно, очень грустный момент, но я заплакал, потому что глаза слезятся из-за того, что чем-то нахуй воняет, блять. Этот мост довольно длинный был, да, здесь слишком большая пропасть, но ему все равно, ему просто нипочем. Бен, уходим отсюда, скорее, быстрее, быстрее, бежим, бежим, блядь, бежим. Бен, не надо. О, вот сюда, вот, отлично, пролазим. Фуф, мы пролезли, и я думаю, здесь он точно не вместится, он же слишком большой. Бля, вы видели склейку? А там, посмотри, там клон. Ой-ой-ой, он проснулся. Блять! Удивительный цифровой цирк, давай скорее убегаем. Он разобьет стекло, он разобьет его, блять. Ему все равно, он ломает эти стекла. А это кто? Это мистер Слизняк из Банбана 6. Убегаем через этот паркур. Бен ломает вот тут ловушки. И все, отлично, он попался на эти шипы. Ебать! Да, этот мистер Слизняк просто прыгает по этому клоуну. Да, ему все равно, посмотрите, Слизняк за нами бежит. Давай-ка вот сюда, отлично, проходи, Бен, скорее. Все, отлично, мы спрятались, он тут не пролезет. Блять, там расчлененный Патрик. Посмотри, я там видел кого-то. Там, кажется, Патрик. Посмотри, что с ним стало вообще. Ему, кажется, вообще совсем плохо. Да, у него крестики на глазах, он умер. Кто-то был, да, очень злой причем. А, вот и кто был. Блядь! Это какой-то из Банбана. Давай убегай, Бен, скорее, вот сюда, вот сюда. Отлично, я нашел какой-то проход. Бля, гля, и тут... гля, что там? Люк, давай, открывай его. Ага, ебать, Лего Нубик, мина, блядь, противотанковая, нахуй! Отлично, он сделал мину. Не делай! Бам, отлично, размазал этого крабстера. Давайте дальше идти. О нет, это босс из удивительного цифрового цирка. Что он делает? Что он задумал? Посмотрите, он ломает какие-то ловушки, делает нам. Посмотрите, что это такое, он расставляет нам. Как мы это будем проходить? Нубик, давай ты первый пройдешь. Блять, да, вот да, сейчас да, с новой версией просто нахуй. Да, это слишком легко было. Нет. Давай, давай, нет, Стив, нет! Ой, Нубика размазало. Блин, я не хочу, чтобы меня так же размазало. Ну давай, Лего-человечек. Давай, давай, пошел, пошел. Я за тобой, я за тобой. А где Бен? А вот он, Бен. Все, погнали, погнали, погнали. Ай-яй-яй. Лего Стив. Нет! Его просто схватили и утопили в лаве. И превратили в скелета горящего. Давай, давай, Бен. Слушай, Бен, у меня есть идея. Бери, бери этот камень. У меня есть идея. Да-да-да, бери. И теперь кидай в него. Давай, давай, давай. Кидай, кидай скорее. Пока он охуеть, не... блядь. Отлично. Сосим, кажется, он упал и взорвался. Это было гениально. Отлично, Бен, мы можем дальше проходить этот лабиринт и искать нашу игрушку. Помни, тут много путей, и я кого-то слышу. Это же пружинка. Осуждаю! Надо убегать, скорее, вон туда, в этот проход. Да-да-да, вот сюда. Ой, еще динозаврики из Банбана, блин, они тоже недружелюбные. О, говорящий Том, иди сюда, помоги нам скорее. Может, чем-нибудь придумаешь. Да-да, иди. Скорее сюда-сюда. Ага, что делает? Он решил сделать тебе ловушки, могилу посмотрите, выкопал. Он сделал ловушки из шипов. Давайте, давайте, идите сюда. Блять, туда, нахуй, просто, туда, блять. Дальше можем идти, дальше. О, мы нашли какую-то секретную локацию. Это же много-много-много могил. И давай-ка раскопаем эту могилу, да, вот с этой начнем. Может, не надо? А, давай лопату сюда. У вас тоже, когда вы видите могилы, ну, сразу первая, типа, интересная задача, это раскопать ее. И давай ее копать.
О, это же много алмазов, Бен. Очень круто, прыгай туда. Теперь охренеть, он очень богатый. Посмотрите, Бену очень нравится. Но я думаю, можно найти еще что-то покруче. Давайте раскопаем, наверное, вот эту вот могилу. Давай, давай, копаем. И тут была говорящая Белла. Посмотрите, это же любимая подруга, смысле, для Бена. А да, вылезла? Смотрите, он влюбился. У них происходит реально любовь. Посмотрите, он ей дарит. Ой, лук батут. Все отлично. Но я тоже хочу что-нибудь найти. Подождите, а почему Бен в одежде, а... себя. Ну-ка, я думаю, здесь супер-супер клад найду. Давайте раскопаем. Подожди, а что она вообще в могиле делала, блядь? О, кажется, это не супер клад, это Джекс. Джексептикайз. Блин, надо от него валить. Да, в эту могилу. Давайте ныряем, скорее. Мы свалим от него точно так. Все, отлично, мы свалили. И что происходит? Подождите. Джекс устроил. Ой, блядь. Ебать, он на реакции, блядь. Вы видели, как он вывез? Который двигается, надо перепрыгивать. Вот так вот. Отлично, перепрыгиваем. Ой-ой-ой. Все, отлично. Белла тоже прыгает, Бен тоже прыгает. И Джекс, кажется, тоже может попасть. Ой-ой-ой, блядь. Скорее прыгаем. Ой-ой-ой. Не попасть. Нет, Белла, как тебя? Он делает. О, нет, говорящий. Бен же ее любит. Беллу развалило. Джекс очень высоко прыгает, потому что это... Высоко. Кролик все-таки. Ой, что? Говорящий Том. Охренеть, нахрен, говорящий Том, нахрен. Посмотрите, он реально красавчик. Давай, говорящий Том, ты почти разбил все ловушки, еще потом займешься с Джексом. О, нет, говорящий Том. Бля, вообще, кстати, очень интересная идея, он может просто же здесь стоять. Ай, капец, его размазало. А что дальше? Блин, кажется, нам конец. У нас больше нет идей. Блин, я кого-то слышу, кажется. Слышишь, Бен? Нас спасут. Да, я кого-то слышал. О, нет. Давайте, выпустите нас. Кто там? Там по ту сторону кто-то есть. Говорящий Бен, иди сюда скорее. Да, тут кто-то раскапывает нас. Миньон СВО? Это миньон. Скорее уходим. Все, отлично, мы ушли из этой западни. Что мы дальше можем здесь найти? Здесь кто-то развален, реально, посмотрите. Миньон, может, ты придумаешь, куда пойти? О, нет, это какой-то монстр из Банбана девочка, да. Мне кажется, она не... Знаете еще в чем прикол, мне кажется? Он постоянно проговаривает, что это монстр из Банбана девочка. Знаете почему? Потому что автоматические субтитры, они тоже как бы числятся в поисковике. И если чел... ну, школьник мелкий набирает, он хочет увидеть какого-то монстра из Банбана девочка, то, ну, он так и набирается, ему выдается это видео, блядь. Дружелюбная. Да, посмотрите, она его размазюкала просто. О, это ее жених. У них тут семейная ловушка. Уходим, скорее убегаем. Друзья, давайте, я думаю, можем тут где-нибудь спрятаться. Вот здесь, за коробками, отлично. Все, мы спрятались. О, посмотрите, куда они идут. Эта семья куда-то пошла. Это клонер, посмотрите, они сейчас туда будут залезать. Что там происходит, вы слышите? Блять, они клонят друг друга, чтобы у них был секс вчетвером. Офигеть. Друг с другом, типа. Бля, это, кстати, самая нормальная тема. Вроде хочется попробовать, да? А с другой думаешь стороны, блять, ну как Мелшер будет Соню, блять, своим хуем трогать? Че хуйня какая-то. А тут можно себя клонировать, блять. И вдвоем сам собой трахнуть Соню. Что происходит? Они прыгают в друг друга, они соединяются. Что происходит вообще? О, жесть, это что такое? Чё нахуй? Я на полсекунды отвернулся на чат посмотреть, блядь. Они воедино, они просто раздуплились. И что происходит? Кажется, что он делал? Ёбаный. Кажется, она сейчас будет в нас просто. Блять, они спарились, реально. У них... Блять, надо уворачиваться. Оп, ой, блядь! Вернулся. Давайте, уворачиваемся. Мне кажется, вот этот меч надо брать. Это какое-то супер испытание, но она слишком какая-то косая, по-моему. Ёбаное чеховское ружье лежит. Ага, берет еще один ящик и миньон. Миньон аккуратно, главное, не попадись, блядь, миньон. Опа, миньон, кидает. Не попадись. Не, она вообще косая, конечно. Да, миньон подобрал. Ой-ой-ой, чеховское ружье, блядь, не! Давай, да, отлично, красавчик миньон. На, е-мое, ее рассыпало. Е-ман. Пла, конечно. Ну ты красавчик, миньон. Давай, опа, проламливай проход. О, красавчик миньон. Теперь мы свободны. Я надеюсь, мы найдем что-то, хотя реально бы выход. Я хочу уже выбраться с этого лабиринта. Он какой-то проклятый. Это кто такой? Это какой-то страшный. О, выход! Мы так... нашли выход. Давайте сюда, пацаны, давайте. Так, ребят, вы же пошли сюда ради того, чтобы найти помни из великолепной цифровой цифры. Да, давайте сюда. О, отлично. Посмотрите, алмазы. Офигеть. Алмазы. Нам не столько бриллиантов. Я как елка в гирляндах.
ярче солнца на пальцах. Полируй мои яйца. Мы богаты, Бен, давай, ломай, не, ломай, хуйня. Алмазы. Мы богаты. О, нет. Ебать, стоп, что? О,